Луковица лилии Лагибрид колорес, лилия Млахайбрид колорес, вырастут в гигантское растение, достигающее 1,5 метра в высоту. К выбору места для посадки нужно подходить осмысленно, высаживая лилию на заднем плане бордюров. Восхищение заслуживают направленные вверх цветки красно-кораллового цвета с редким крапом в центре. Лепестки слегка подкручены внутрь и имеют характерный глянцевый блеск. В контрасте с изумрудно-зелеными листьями лилия смотрится еще роскошнее. Помимо впечатляющей красоты, колорес источает сильный сладкий аромат. Каждое растение с множеством цветов на одном стебле – это готовый букет на садовом участке. Лилия Лагибрид колорес – это многолетнее растение. Цветок окрашен в красный цвет. Интересные цветы лилии могут быть до 15-20 сантиметров. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.